Всех приветствую на своем канале Ньфама Тюньфам, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось показать несколько косметических продуктов, которые меня разочаровали. И хочу их показать именно для того, чтобы вы их не покупали, чтобы вам сэкономить время и деньги. Так что давайте приступим. К счастью, их не так много, но все-таки они присутствуют. И первое, что я вам покажу, это будет продукт для волос от фирмы Saez. Это защита от... защита для волос от там фенов и утюжков и всего-всего-всего, что, в общем-то, термозащита. Я с недавнего времени стала сушить волосы феном по простой причине, что у меня появилась челка, и я теперь мою волосы утром, а не вечером, и у них нет времени, в общем-то, их высушить просто природным способом, поэтому мне приходится пользоваться термозащитой и феном. Так вот. Термозащита на спирту, полностью просто спиртовая, волосы она сушит, ничего она толкового не делает, в общем-то она мне не понравилась. Потом задумываешься, что хуже, фен или это термозащита. Не советую. Самое мое большое разочарование, это будет вот такая вот кисточка от Make Up For Ever Professional. Кисть это 122 для лица или пудры. Полное разочарование. В общем-то, продавщица мне так уговорила, что она такая хорошая. Кисточка вообще ничего не делает. Она мягкая, ей ничего невозможно нанести, она ничего не делает. А, извините меня, профессиональная все-таки марка, стоит она 42 евро в полную цену, если без скидки брать. Я ее даже попыталась подстричь, стала чуть-чуть лучше, но все равно вот она дуофибра, я вставлю фото. Просто полное разочарование. Я хотела хотя бы там как-то тональную основу наносить, именно чтобы было прям такое натуральное, естественное все. Но вот это. Следующий продукт это будет увлажняющий крем для лица, для сухой и чувствительной кожи. Вот фирмы Salt House с солью Мертвого моря. В общем-то, здесь написано, что подходит там, коже с дерматитом, псориазом, все такое, что здесь очень хороший состав, он действительно натуральный, там нет никакой химии, никаких одушков, все такое, что, в принципе, меня обрадовало при покупке, но мне совершенно не понравилось, как это действует на мою кожу. В общем, такое ощущение, что вы намазываете кожу таким питательным кремом для рук. Неприятное ощущение, кожа у меня выглядела с тем кремом никак. В общем-то, он мне совершенно не понравился. И я теперь просто действительно его использую как крем для рук и ничего больше. Поэтому ни о чем. Так, следующие два продукта будут тоже для лица. Дело в том, что я, наверное, не знаю, полгода назад где-то купила крем для области вокруг глаз, который мне очень-очень понравился. Он действительно на натуральной основе и очень хорошо действовал вот на кожу вокруг глаз. Он мне просто безумно понравился, поэтому я решила из этой же фирмы купить вот другие продукты. Это фирма Altera. Она делает вот натуральную косметику. Здесь эта линейка идет для жирной кожи, потому что, к сожалению, моя кожа поменялась, и у меня теперь жирный лоб. И я решила, вот я даже не знала, потому что у меня жирной кожи-то в жизни никогда не было, я даже не знала, вот, что брать, решила, ну ладно, фирма, вот если этот крем понравился, попробую. Гадость полная. Мне ни крем, ни тоник не понравились. Это просто полный спирт. Этот крем ничего не действует, то есть он не матирует. У него гадкий запах, много спирта тоже. Поэтому, если честно, меня действительно эти два продукта очень-очень разочаровались. Даже не знаю, если вообще что-то из этой фирмы еще буду приобретать. Вот крем для глаз, да, понравился. Вот это вот два продукта, они совершенно меня разочаровали. Следующее, что вам покажу, следующее и последнее, это будет вот такое средство для укрепления ногтей. У меня... ногти действительно просто расслаивались, были никакие. Теперь уже потихоньку они отрастают и уже похоже более что-то на что. Но была просто катастрофическая проблема. И решила я приобрести вот это вот средство от фирмы P2 или P2. Ну, и меня это полностью разочаровало, потому что средство при нанесении
Сверху лак вообще не держится никак, сам он тоже без ничего ничего не держится. Что он делает с ногтями, я тоже не поняла. Поэтому еще раз я вам говорю, что вот это вот средство от P2 мне не понравилось. Но хочу все-таки кое-что пару слов сказать о самой фирме. Я купила несколько продуктов от этой фирмы, которые очень-очень мне понравились, поэтому я бы не стала это именно на фирму что-то камни кидать, потому что, как я говорила, вот недавно купила лаки, мне они понравились, то есть я буду вам потихоньку показывать, что мне у них понравилось, что нет. Меня муж тоже так ругал, вот, потому что зачем ты поменяла свое средство, которое, да, стоило дороже, но оно же действует. Я считаю, что все-таки есть достойные продукты в масс-маркете, которые работают, которые в разы стоят дешевле, и зачем переплачивать. Да, бывают разочарования, а в люкс-маркете их не бывает, что ли? Да, теперь следующее, я постараюсь сделать видео о последних покупках, потому что я уже с прошлого года их, по-моему, и не делала, у меня были только подарки. Набралось просто огромное количество всего, даже не знаю, когда я вам буду показывать и когда найду время, но постараюсь. Поэтому буду держать вас в курсе. Я вам говорю до следующих встреч. Большое вам спасибо за внимание. Всем пока!